5 октября все педагоги мира празднуют День учителя. В школах Омской области преподают около 14 тысяч педагогов, каждый второй в сельской местности. Большинство учителей, конечно, женщины, более 80% с высшим образованием. А основной кузницей кадров остается Омский государственный педагогический университет, который каждый год выпускает 10 тысяч специалистов. И хотя оклад тех, кто, только получив специальность, идет преподавать около 10 тысяч рублей, престиж профессии по-прежнему высок. Благодаря учителям складывается будущее не только там каких-либо людей, не только учеников, но и будущее нашей страны. С детьми всегда приятно работать, всегда можно взять у них какой-то опыт, чему-то научиться. Ну, наверное, всегда и вечно будешь молодым, всегда учишься чему-то новому, развиваешься вместе с новым поколением.